они тоже потеряли. Кевлин. И Кевлин потерял. И опять потеряли. И сейчас опять. Айфо! Серафимович, наконец-то. Роман Серафимович. Ну, посмотрим у Романа Серафимовича, это какая шайба по счету. Роман Серафимович, игрок под 72-м номером. У него это 9-я игра и 2-я шайба. Есть 3 очка. Степанов. Ох, себе забили! Тормозов, отскочившую шайбу. Сейчас так Клюшка лежит. Амиров. Вагу! Анискин совсем остался один без присмотра. И капитан команды воспользовался этим моментом. Анискин. 2-1. Еще игра в третьем периоде, 13 минут 20 секунд.